Зарплаты бюджетников в 2021 планируют повысить два этапа. Связано это с ростом базовой ставки. Ее намерены увеличить до 201 рубля. Напомним, принятый бюджет будущего года по-прежнему сохранит социальную направленность. В числе основных приоритетов – опережающий рост зарплат низкооплачиваемых категорий граждан. В Беларуси с 1 января вступит в силу ряд новшеств, в частности, изменения затронут водителей. Вместо госпошлины введут транспортный налог. Автолюбители будут платить его раз в год. При расчете учтут параметры машины. В среднем сумма снизится на четверть по сравнению с госпошлиной. Специалисты выясняют причину пожара в одном из цехов предприятия «Белшина». ЧП случилось накануне, там загорелся резиносмеситель. Еще до приезда спасателей работники цеха самостоятельно эвакуировались. В результате возгорания частично повреждена транспортная лента, технологический процесс предприятия не был нарушен. Праздники ГАИ усилит контроль за дорожной обстановкой. Ведомство призывает всех участников дорожного движения к повышенной внимательности на дорогах. В числе главных рекомендаций водителям – отказаться от пьяной езды. А пешеходам обязательно обозначить себя фликерами. Кроме того, специалисты советуют проверить состояние личного транспорта перед дальней поездкой. В четверг будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидается туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется южно 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, днем будет 1-7 градусов тепла.